винта. Полет, я уже там по числам не помню, по дням недели полет намечался на среду. То есть я в понедельник приехал, и мы обсуждали, что в среду вот я полечу. Ну, мне настолько зудело это все внутри, что я думаю, во вторник просто слетаю как бы на разведку. Там 2-3 буквы напишу, и все на этом. Ну, посмотреть, что получается, чтобы внести какие-то коррективы. Ну, вот так получилось, что написал там 2 буквы, 3 буквы. Потом думаю, ну да, если до конца допишу, уже там типа все вместе посмотрю. Мне вообще, в принципе, нравится летать, потому что вот уже в начале разговора мы сказали о том, что у меня была с детства эта мечта, и вот у меня мечта осуществилась, и до сих пор каждый полет я воспринимаю как какое-то там такое интересное событие в своей жизни, мне это нравится. То есть у меня не притупилось это чувство. Вот. А тут, ну просто так вот летать, ну вот взлетел, полетал, сел, взлетел, полетал, сел. Ну как-то вот, ну куда-то летать, да, интересно, то есть там. Горный Алтай, например, да, там спланировал полет, то есть там процедура подготовки, все это вот полетел, то есть это был уже и не просто полет, это спортивный азарт, это интерес, это вот какие-то дополнительные чувства, вот, вот из этого всего сложились вот эти вот 2 полета, которые я совершил. У меня нет никого родственников пилотов, у меня нет знакомых пилотов, у меня вообще никого нет. Да, в самом ближайшем окружении нет ни одного пилота. Ну, наверное, это накладывало какой-то своеобразный ореол на профессию пилота. То есть, так как их не было в окружении, я не мог с ними пообщаться, потрогать. Казалось, что это какие-то, там, условно говоря, небожители. Да? Вот. И каждый раз, когда я видел какого-то человека, который был пилотом, там, неважно, это в аэропорту или просто там где-то на улице, мне казалось, мне хотелось пойти, подойти, потрогать, там, что это за такой необычный человек, который способен летать, поднимать в воздух маленькую или там, либо тяжелую машину. Но... Ехали как-то с женой с Алтая, и она мне говорит: слушай, ну ты же хотел быть пилотом, ну вот давай иди выучись, купим самолет, будем летать на Алтай. Вот. Было это сказано в шутку, а на следующий день я поехал, стал узнавать, как можно выучиться на пилота. То есть такой толчок был. Да.
Вот это как раз вот миф, который существует в нашем обществе о том, что авиация – это что-то очень дорогое, которое доступно только олигархам. Вот. Ну и даже не то, что там доступно олигархам, а что это уже, скажем так, какое-то безумное увлечение олигархов, которые уже прошли все в своей жизни, уже все попробовали, все испытали, и вот добрались наконец до авиации. И теперь у них есть, вот, хотят купить себе очередную новую игрушку. Вот, и, ну, как бы вот такой миф, он существует. На самом деле это совсем не так. Ну, то есть я, конечно же, не буду утверждать, что авиация – это то же самое, точно такое же там доступное средство, как автомобиль. Конечно, авиация – это дороже, но это не какая-то запредельная цена. Ну, скажем так, автомобиль, его нельзя сравнивать с мотоциклом, да, автомобиль дороже, хотя и то, и другое средство передвижения. Но также, наверное, автомобиль и самолет. То есть самолет дороже, но это, в принципе, тоже... Вообще самолет нужно расценивать. К сожалению, у нас ушло из нашей страны вот, это, вот этот подход. Самолет – это удобное и комфортное средство передвижения. И по цене сопоставимое с, ну, там, скажем так, с дорогими автомобилями. Когда мне нужно, допустим, в Омск, ну, на какое-то количество часов, там не на несколько дней, а вот так вот, то я утром встаю, завтракаю, еду сюда на аэродром, сажусь в самолет, примерно 3,5 часа, и я в Омске. Там принимаю участие в совещаниях, то есть решаем какие-то вопросы. Если вот сейчас летом день длинный, то в 5-6 часов вечера сажусь в Омске опять же на самолет и ужинаю уже дома. Ну, вообще вот на этом... На маленьком двухместном самолете, на котором мы летаем, мы летали далеко по всей стране. Но надо начать с того, что этот самолет своим ходом из Москвы прилетел в Новосибирск. Uh-huh. Вот. Потом, после этого, очень часто я летаю в Горно-Алтайск, достаточно часто в Омск летаю. Летали в Уфу, летали в Челябинск, летали опять же до Москвы. Ну, все это летится не без посадок, то есть это делаются какие-то промежуточные посадки. Если мы говорим про восточную часть нашей страны, то это летали до Красноярска, летали до Байкала. Ну и, наверное, самый дальний перелет был, это мы летали в Монголию. Нас приглашало монгольское авиационное сообщество для празднования победы, 75-летия победы в Халхин-Голе. И вот мы летали по этому приглашению. Да, дальность у этого самолета по топливу, ну, примерно 1000-1100 километров, на котором мы летаем. Но самолет летит со скоростью, ну, около 200 км в час, то есть 5-5,5 часов. Вот. Комфортно лететь на самолете 3-4 часа, то есть, соответственно, там 600-800 км. Ну, это вот получается как раз на запад, это Омск, на восток, это Красноярск, вот как раз такие. То есть, когда мы летали на Байкал, то мы за один день долетели, то есть это был Новосибирск, Красноярск, Братск и Ольхон. На Ольхоне мы делали посадку. Для того, чтобы куда-то летать, нужно, чтобы была какая-то наземная инфраструктура. То есть эту наземную инфраструктуру могут создать только энтузиасты. Энтузиасты могут появиться, когда их будет много. Да? То есть, допустим, есть у кого-то там бабушка, например, там, в Северном, я имею в виду населенный пункт, да, который у нас в Новосибирской области. На машине сколько туда ехать? Я не знаю, но думаю, что часов 10, наверное. Вот. На самолете туда лететь, ну, наверное, часа 2,5. Есть разница, да? Если человек, живущий в Северном, или у которого, который живет в Новосибирске, но у него есть в Северном бабушка там, или кто-то еще, он увлечется и захочет туда летать, то он легко сможет создать какую-нибудь посадочную площадку в этом Северном, и люди смогут туда летать. Наше развитие авиации, оно шло в Советском Союзе, шло от
от государственной авиации к частной, да, то есть сначала у нас вся авиация была государственная, у нас на всю страну была одна единственная авиакомпания, называлась она Аэрофлот, вот, и ни о какой частной авиации речи не велось, соответственно, все наше законодательство авиационное и люди, которые жили в этой авиации, они были заточены под государственную авиацию. Когда появилась частная авиация, то наше законодательство и наш образ, авиационный образ мышления, ну, наверное, там, в первую очередь чиновников, во вторую очередь, наверное, контролирующих надзорных органов, которые тоже часто являются авиационными чиновниками, оно точно так же осталось заточенным под те нормы, которыми жила наша государственная авиация. А нормы для частников, они совсем должны быть другие. Ну, потому что, ну, невозможно, скажем так, иметь личный автомобиль и соблюдать все нормы, предназначенные для автотранспортного предприятия. Ну, наверное, это возможно, но это неоправданно дорого и затратно как во временном плане, так и в финансовом плане. Нам и нужны люди, которые последуют примеру для того, чтобы таких людей было больше и больше, чтобы когда-нибудь, не знаю, я это обозримое будущее не вижу, но когда-нибудь переросли в критическую массу, чтобы это все-таки действительно стало массовым явлением. Ну, как, например, там, в Америке на Аляске.